Позвольте мне затронуть очень популярную на сегодня тему власти и подчинения. Я хочу поговорить о том, какой есть ключ к власти. Эти концепции часто вызывают у нас реакцию из-за травм прошлого, когда мы сталкивались со властью в ее негативном проявлении, властью ограничивающей и принуждающей. Это касается не кого-то одного, а многих людей. Иногда у нас остаются явные следы, глубокие раны. Я могу легко понять реакцию людей, когда говорю о власти и подчинении. Однако, давайте посмотрим, что на эту тему говорит Библия. В нескольких словах, иначе нам потребовалось бы несколько часов на освещение этой темы. Сначала хорошо вспомнить, что Богу принадлежит вся власть. Бросать вызов власти и авторитету Бога буквально бесполезно и смешно. Мы не можем оспаривать авторитет создателя. Он имеет всю власть, потому что Бог есть Бог. Без власти и координирования ничего не работает. Мы постоянно видим это в животном и человеческом мире. Для правильного функционирования творения необходим авторитет. Наше тело, например, как личное, Пророчество, оно является явным доказательством. Без координации от нашей головы ничего не функционирует. Все функции здорового тела координируются мозгом, который управляет всем. Итак, Бог обладает полной властью, но Он также делегирует свою власть. В книге Бытие в первой и второй главах мы видим, что Бог делегирует часть своих полномочий людям, чтобы те возделывали и ухаживали за творением. Власть делегируется в браке, в семье, в обществе, в церкви, конечно же. И вроде бы все должно работать хорошо. Но, к сожалению, существует столько ошибок и проблем, что нам становится необходимо, несмотря на недостатки, снова обратиться к правильному библейскому взгляду на власть и подчинение. Иногда власть демонстрирует недостаток мудрости, недостаток видения, отсутствие баланса и добропорядочности. Многие страдают из-за коррупции во власти. Из-за этого всего сложно принять необходимость подчинения Власти. Вместо того, чтобы быть образцом, вместо того, чтобы нести ответственность, вместо того, чтобы служить благу общества, многие власти испорчены и заботятся в первую очередь о себе, что создает много возмущения. Давайте поговорим немного об этом. Легко сказать, что у нас есть право оспаривать власть, которая не работает хорошо. Но также необходимо видеть, что это желание происходит из самой глубины наших сердец. Глубоко в наших сердцах у нас есть семена бунта. Это видно с раннего детства. Пример из жизни. Пора садиться за стол, обедать. Но ребенок никак не успокоится. Он крутится, вертится, балуется. Родители говорят ему садиться за стол. Один раз, второй раз, третий раз. И только на четвертый раз он наконец садится. Но в проявлении своего несогласия он говорит, что телом он сидит, а в голове... Он все еще бегает по дому. Этот маленький ребенок оспаривает власть своих родителей. У нас есть у всех начатки протеста. Бунта где-то там глубоко внутри нас. Вот откуда произрастает сложность принятия власти. Нам всем нужно преобразование силой Евангелия, силой Божией, силой имени Иисуса к которому мы всегда можем взывать, независимо от того, какова наша нужда или проблема. То же касается и бунта. Мы можем взять самое темное и скрытое из нашего существа и принести наш бунт перед Господом мы можем попросить Бога очистить нас от этого душевного состояния, которое портит нам жизнь. У нас есть примеры, как, например, в Евангелии от Луки, 7 главе, 7 стихе, где с Иисусом встречается один римлянин. Он просит Иисуса исцелить его слугу. Он говорит, «Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус Удивился и сказал, что не встречал такой веры. Почему он так сказал? Да потому что этот римский офицер понимал, как функционирует власть. И он увидел, что Иисус обладает властью данной от Отца. Он говорит, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит. И слуге моему говорю, сделай то и делает. Понимая принцип действия власти и видя, что Иисус ею обладает, он был уверен, что Иисус сможет исцелить его слугу. Иисус удивляется и говорит этому человеку, что вера его велика, потому что у него есть правильное понимание власти. Иисус — наш лучший пример. Он говорит да правители народа иногда злоупотребляют властью, но также Он добавляет, чтобы среди вас, учеников, никто не превозносился, не стремился властвовать над братьями, но наоборот брали пример со Христа, смирившего себя. Ну а в заключение я хочу привести два ключа к власти, которые можно найти в Иисусе, нашем абсолютном образе для подражания. Во-первых, власть должна быть законной, она должна быть спризнана. Та же власть должна оставаться подотчетной высшей инстанцией. Какая бы ни была наша позиция в обществе и наш уровень власти, мы всегда останемся подчинены более высокой власти. Не существует власти, которая бы ни от кого и ни от чего не зависела. Некоторые могут сказать, я не подчиняюсь никому, кроме Бога. Это в корне неправильно. Библия нам ясно говорит, что мы должны подчиняться человеческим властям. Иисус был подчинен своему Отцу. Он делал то, на что была воля Его Отца. И эта зависимость и подчинение Отцу дали Иисусу полную власть. Например, в послании к филиппийцам, второй главе, речь идет об Иисусе, и апостол Павел пишет, что Иисус смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Его власть происходит из способности подчиняться и смиряться. А второй ключ к властям состоит в том, что власть связана с ответственностью. Когда мы читаем послание к Ефесянам, пятую главу, мы снова видим описание места и роли каждого человека в жизни, общества или каком-либо деле. Нам говорят, что наш пример — Иисус, который есть глава телу. Он возлагает на себя ответственность за то, чтобы представить свою невесту церковь чистой и непорочной перед Отцом. Он заботится о ней, благословляет ее. Он отдал свою жизнь за нее. Власть, которая будет уважаема, благословенна и справедлива по Божьему плану, это власть, за которую нужно нести ответственность. Такая власть подотчетна. Она является примером служения и способна взять на себя ответственность, отдав свою жизнь за других. Вот послание, которым я хотел с вами поделиться, чтобы вы могли поразмышлять над этой концепцией власти и подчинения, да поможет нам Бог понять ее и применять на практике. До встречи!